притчу я узнал 4 года назад. Кто мне ее рассказал, я не скажу, потому что вы все равно не поверите. Это история о путешественнике Бодхисваттве. Для получения духовного опыта ему нужно было постоянно путешествовать. В процессе своих путешествий он постоянно встречал разных людей, он знакомился с ними, но рано или поздно он все равно знал, что ему нужно с ними прощаться. Еще он знал, что прощается он или на какое-то время, или прощается навсегда. Ввиду таких вот странствий эта ситуация немножко не нравилась, ему было тяжело постоянно жить, обретая и теряя друзей. И однажды он обратился к Богу с вопросом: «Боже, зачем ты посылаешь всем эти испытания? Мне так трудно с этим жить. Что я тебе сделал плохого?» Бог ответил: «Ничего». Тогда Бог спросил: «А что ты мне сделал хорошего?» «Ничего». Тогда Бог спросил: «А почему ты требуешь тогда это от меня?» Бодхисаттва сказал ему: «Ты ведь Бог, ты ведь должен первым начать». И Бог ему ответил: «Ты действительно прав, я Бог, и поэтому я никому ничего